пока все тут рыбачат, догадайтесь, что я решила сделать. Что я нож потерять успела, что ли? Ну это как вообще? Вот же он. Нашла? Да, воткнулся в руку. Нашелся. Ого, а что это вот так повело? О, Виталик рыбину поймал. А? Что, она выпала? Вот зараза, лови ее, Андрюх, руками. Нет, она уже все. Уже все. В общем, что у нас из еды? Хрен, хлеб, горчица, шпроты, картиночка на фоне, два больших куска сала, огурцы, сыр, колбаса какая-то. Это балык. Понятно, это балык. Ну, и будем сейчас резать хлебушек. Это домашний, как я понимаю, картиночка делала. Ну, видишь, это жопки сожраны. Жопки сожраны. С двух сторон. Что немаловажно. Вот как же я буду резать. Ладно уж, как-нибудь нарежу. Вот он. Нет, мы его не будем брать, ребят. Почему? Тебе надо? Я никогда не ловил. Покажи. Я никогда не видела даже. Сейчас где-то. Они, между прочим, они очень быстро распространяются. Это, во-первых, хищная рыба. Вам видно вообще? Я не вижу, что видно. Ничего не вижу. Только. Так. Покажи. Да вот, не знаю. Ага, вот он. Я никогда его не ела. Может, возьмем, попробуем? А? Говорят, что вкусные, и они же хищники, и их надо вообще вылавливать, они очень быстро размножаются. Да, это пираньи. Давай возьмем, попробуем. А ты знаешь, что пираньи, они стайная рыба, а ротаны, они одиночки. И вот посадили ротана и пиранью один на один. И она... Что ты делаешь? А я не понимаю, где леска. Где? Ну, и что посадили, леска. Виталь? Ты посадили закончишь? Посадили ротана и пиранью один на один. И ротан, что я делаю? С этого что? Заточил. Все? Ротан пиранью съел? Да. А вот за оставшимся поплавком никто не следит? Это? Ну я не пойду, я сейчас опять леску зацеплю и опять это звездюлей. А это Виталин поплавок? Нет. Как нет? Но... Не, у меня это порвало. Нам крючок отвезли. Я ж плавлю, блин, Андрюк, на 0,14. Самая толстая у меня 0,15. У меня тоже 0,12. Я вообще не вижу, что я снимаю. У меня, представляешь, на солнце ни рожна не видно. Ничего страшного. Главное, что видишь, как сало режешь. А кто смотрит, разберется. Главное, что видишь, как сало режешь. Эти мохнаточки в руку тыкают. Налип. Я там запутала все, Андрей? Нет? Ну и хорошо. Даже если бы запутала, ничего страшного. Что хорошего не было. Пока домой. Не страшно, ничего. Пока домой приедем, в садке будет только ротан. Да. Таких не съест. Что, серьезно? Он их там покоцкает, нет? Нет, конечно. Нет. У нас шуточки, прибауточки. Никогда не пробовала ротана, даже не видела. Попробуешь. Бывает вкусный? Ну, если хищник, конечно, вкусный. Ну, такой травоядный хищник. Почему? Наоборот, хищник-хищник. Хищник-хищник. Хищник любит поесть живое. Он съеден. Плавочку купил. Ну, перезакинешь, потому что никто за ним не следит. Не, ну вот эту большую упустили, конечно, я в шоке. Да ладно тебе, господи, мы что, оголодали, что ли? Сейчас мужики еще наловят. Да, поймать-то поймал, правильно? Да. То, что крючок оторвался, это уже ничего, рыбий фактор. Все, на самом деле. Починил? Конечно. Ты понимаешь, самое главное, Стив, это что крючочки. Это сало. Это да. Причем. Это все сало. Самое главное в жизни. Благодаря на рыбалке. Рыбке,
крючочка. Вот. Это тарелка, кто не понял, это у нас стол-тарелка. Сервис целый, между прочим. Угу. Ясного, что ли, нет? Ну чё, кто желает? Приятного аппетита, Кристиночка. Приятного. Хрен тебе. Спасибо. И вам того же, и вас туда же. Спасибо. Тебе. Разворачивай. Кого? Хрен. Что так смотрела? Что сказала, так... вытаскивай, а разворачивай. И что ж такое? Выкажетешь? Угу. Вот с моего ракурса вообще непонятно, где эти вот булдышки торчат камышовые, где лук. Один поплавок, два я вижу. Торчит. Два в один. Ну чё? Мать. О. Ну давай тоже со мной. Огурец. Началось. Огурцов мало, ешь сало. Что, зажала огурца кусок меня, что ли? Сало. Ешь сало. Тебе дать хреном намазанный хлеб, чтобы бутерброд? Виталь, будешь бутерброд? Естественно. Если я не покушал, рыбка. Надо ей составить компанию. Я тебе шкуры обгрызаю. Спасибо. Ничего не пойму. Только на явные поклевки. Но это за ветру, видимо, да? Потому что... Натя. Андрей, ты будешь? Нет, ну, я знаю, что ты пока не будешь. Ты там, смотри, охренно сделала от души. Дать еще кусок хлеба сверху? Не, не надо, спасибо. На сало, кстати, тоже будет ловиться. Я вот только хотела сказать, вот прям с языка снял, может на сало попробовать ночью, кто нам что сделает? На сало я еще одно что ловил такого. Да. По 700 грамм прям бегом. Здесь быстрее ротан мне вот это остынет. Ну что, вон, ну Оль вообще их не ела, попробуй. А почему мы в тот раз тогда выпустили, если их есть можно? Ты всегда говоришь, мы их выбрасываем. Оказывается, их можно поесть, и ты сейчас говоришь, что они вкусные. Ну, это кто-то говорит, что они вкусные. Я за себя говорить не буду. Ну, ты вообще никакую речную не ешь. Начнем с этого. Тебе понятно. Мы хочешь прям тебе сейчас ротана на зажигалке тут захерачить. Вкусное сало. Поешь. Поем, поем сейчас. Может, так работает? Угу. Бабки не помню. Вон там дергает, а там там. И солнышко пригрело. Видал? Так что давай сало на сало налетай. Ты что, чё, ты сало сделал? Ты на сало сейчас поймал его? Нет, он не сало съел. Сало съел? И поэтому поймал, да? А у тебя, Андрей, походу, откусили, да? Ты что сделал, Витальке? Он потащил. Погоди, ты со своим салом, видишь, ловится у человека, он даже тебя не слышит. Вкусно. Хотел сделать еще бутерброд? Можно без хлеба. А с горчицей? Нет, просто сало без всего. Пирожок без никто. Пирожок без никто? Уж откуда вообще такие фразы отвратительные? А огурец надо? Нет. Не сало хорошо жуется, да, Виталь? Да, я вообще не хочу.
рыбалку. И шкурки кайфовые. Держи. Да. Нет. Я с хреном буду. Причем побольше. Да, с этим черным хлебом добавим. А вот и обещанный трактор, да? Да. Хоть солнышко вышло. Угу. Да, оно походу и не уйдет больше, посмотри. Хорошо. Если бы ветер прийти, было бы теплышко. Да. Ловить было бы удобнее. Хрен адский. Он нам сейчас всю рыбу распугает. Тебе солнце заградить? Не, а мне наоборот тепло. О. А куда он поехал? Не знаю. Хочешь, я ему 100 рублей дам, он тебя на тракторе покатает. Нет. Нет? А почему? Ну я же вижу, что ты хочешь. Клюет. Давай. Непонятно. Из-за ветра непонятно, да. Ходуном ходит, шатает. Что там как? Кто жрала? Да? Сашка, у тебя завтрака у них что, нет? Что, они не люди, что ли? Нет. Что, они не рыба? А еще меня дед учил, что когда вот тесто насаживаешь, кончик должен быть конусом. Как будто остреньким. Зачем? Ну, из-за него цепляться будет, размахать. Ну, типа ему это удобнее ротиком брать. Хорошо было. Сейчас он где-то покороче будет сесть. Шкротно на рыбалку. Говорят, что рыба не поймается. Видите, поймал еще как. Ой, господи, что там у тебя поймалось?
что это у тебя там? Я думала, это маленькая рыбка или килька. Дайте кусочек сала. Чтоб не ходить? Как хочешь. Приятного аппетита.